Внимание! Значит, сегодня мы начинаем третий цикл нашего сбора. Он самый сложный, то есть спортсменам приходится прыгать, бегать, а после выполнять сложные технические приемы. Даже разминка превращается в соревновательный процесс. В числе юных теннисистов рюдовчанка Камила Сафина. Быть однофамильцем прославленной теннисной семьи имеет значение. На этот сезон для себя ставят самые высокие задачи. Попасть в сборную Московской области – это брать на первенство России. Насколько это будет трудно? Трудно, потому что сейчас играет возраст. Сейчас я буду играть с ребятами, которые на 2-3 года старше меня. Мечтает попасть в сборную Денис Суровцев из Люберец. В свои 11 лет он уже имеет второй взрослый разряд. За его плечами победы на крупных областных и всероссийских турнирах. Юный спортсмен четко знает, благодаря чему теннисист может добиться успеха. Ну, у него должна быть хорошая техника, у него должны хорошо работать ноги, и реакция тоже хорошая должна. Именно на это и направлены многие упражнения. Юные теннисисты отрабатывают их в парах. Порой один и тот же прием выполняется по несколько сотен раз. Это важно, чтобы к началу сезона набрать хорошую спортивную форму. Что позволяет им уже выполнять сложные координационные упражнения с подачами, со сложными первым ходом, уже со сменой направления, со сменой вращения. Всего во всероссийских сборах принимают участие 20 спортсменов. Практически каждый из них уже имеет взрослые разряды. В начале осени у юных теннисистов первые крупные соревнования – Кубок и первенство Московской области. По их результатам будет сформирована региональная команда для участия в чемпионате Центрального федерального округа. Владислав Момот, Александр Попов для РТВ.